Мы к вам приехали с Западной Украины. Эти земли в древности назывались Червоная Русь. И вот вы сейчас услышите песню из этого региона, которая, ну, датируется она приблизительно 14 веком. Это вот староукраинский диалект. Сотворение мира. Что же нам было свито начало, Боже наш, не было ничего видного, донька, Боже наш, на той водоньці. Не деревенько, Боже наш, на тім деревеньку шолкове гніздо, а в тім гніздечку та три голубоньки, Боже наш, не три голубоньки, три онголоньки. Вся впустили в глубокоє море, глубокоє море, на самоє дно. Винесли нам три божитоньки, Боже наш.
яру пшеничку на проски роньки до служби Божої, до церковоньки. Третій пожиток зелену траву, зелену траву для худобоньки. Два слова, наверное, нужно немножко перевести, чтобы было понятно, о чем здесь идет речь. Говорится о том, что сначала не было ничего. Одна вода. На той воде одно дерево. На том дереве шелковое гнездо. А в том гнезде три голубя. Не три голубя, а три ангела. Опустились они в глубокое море и вынесли нам три подарка. Первый подарок – озимое жито, рожь озимая, людям на хлеб. Второй подарок – ярая пшеничка для службы Божьей на просфоры. И третий подарок – зеленая трава для скота. Сейчас вы услышите песню великого русского святого, он же композитор, поэт, философ, богослов, Дмитрий Ростовский. Песня называется «Где ты, Агнеца, сокрылась?».
Сейчас вы услышите величальную песню, которую пели гости, приходя к хозяину. Эта песня пелась хозяину. А датируется она приблизительно 15 веком. Наш панучок ой, рано, радесенько, як наш панучок, господаренько, господаренько, на їх банко, він раненько встав, сам себе убрав, дорогі шапки, чом на плеченька, дорогі шуби на лідвиченька, а червенчобі тай на ноженька, дорогу шаблю. Тай домоченька, ой, рано, ранесенько, а яся устав, а все з ніг збуджав, а все з ніг збуджав, рідко закричав, ой, мої слуги, все вірненькі, ай, станьте, ай, берітеся, а перед Богу помолітеся. Подивіться, дай до світлоньки, накрийте столи, сети собі. Ой, рано, ранесеньку. Сейчас вы услышите песню, которая относится к монастырскому фольклору. Называется она «Сиротская». Люди.
Сейчас вы услышите одну из древнейших колядок, которые нам удалось найти. Это колядка датируется приблизительно 10 веком. Может, даже 9, потому что это колядка из Закарпатья. А Закарпатье приняло христианство на 150 лет раньше, чем остальная Русь. Вот. Посему там еще встречаются такие образцы. Сейчас прозвучит отрывок из произведения тоже неизвестного автора 13 или 14 века. Называется произведение «Голубиная книга». По тому царю и выйду я все ищу. Как проговорит Володимир князь, Володимир князь,
мудрий цар, ти скажи кося нам проповідувай. О, чого у нас за часу білий світ і тужко? О, чого у нас зачалось красно сон? Собор, розкажу-ка я вам все, що ведаю. Білий світ у жуков зачався словом Божим. Красно сонечко зачалось от світла ліка Божия. Вітри буйні зачались от мислей Божих. Дощі часті зачались от горьких сльоз, горючих сльоз самого Христа. Царя небесного.